Утро Петра Алексеевича практически ежедневно начинается в тренажерном зале на беговой дорожке. Свой возраст он не скрывает, относится к нему спокойно. Послезавтра, говорит, 86. В его случае это, пожалуй, действительно просто цифра, потому что наравне с другими посетителями тренажерного зала он смело задает себе 15-минутную программу и легко выдерживает эту нагрузку. Это просто меня поддерживает на ногах, заставляет не лежать в постели. Ну, соответственно, я какая-то и координация другая становится после занятий, очень заметно. Но через день я хожу, каждый день это может многовато. Ну а главное, с сердцем у меня вроде все в порядке, с давлением в порядке, поэтому мне все это позволяет. Ну, вы всю жизнь занимались спортом в той или иной мере? Я с детства, я сам из Устья Бакана, в 54-м окончил 10-летку, ну а потом пошло-поехало. Ну вот, а потом в геологии работал. Ну и здесь пацаном, когда бегал в Устье Бакане, мы в горы ходили там, много ходил. Ну и, соответственно, в геологии там. Пришлось шагать, и для меня ноги вот пока самое главное выдерживают. Как мозг, я не знаю, дальше будет, а ноги пока держат. Поэтому я даю какую-то, ну, достаточную нагрузку им, чтобы они, так сказать, не отекали, не синели и прочее. К людям благородного возраста принято относиться с уважением, но коллеги по тренажерному залу, инструктора и посетители к Петру Алексеевичу относятся скорее с восхищением. Его физической форме, да и внутренней дисциплине можно позавидовать, а лучше поучиться. И неудивительно, что приверженцев спортивного образа жизни в зрелом возрасте становится все больше. Большое количество людей, посещающих наше учреждение, это люди 55+. Мы это видим по статистике, это примерно где-то от 40 до 40% от всех посетителей составляет эта категория граждан. В нашем учреждении для этой категории существуют определенные льготы для посещения тренажерного зала и для посещения бассейна. Ну и в преддверии Международного дня пожилого человека, вот с момента создания учреждения, мы поддерживаем этот праздник, и в рамках этого праздника 1 октября клиенты, имеющие на руках действующие абонементы, приходят и посещают занятия, им оно не учитывается в абонементе, оно идет им как в подарок. Кроме того, в преддверии этого праздника в этом году мы проводим открытое занятие по суставной гимнастике. И для нас, для нашего учреждения большая гордость, что наше учреждение посещает посетитель, которому 85 лет, вот скоро будет 86 лет. И сегодня в обстановке, где были работники учреждения, тренеры тренажерного зала, посетители тренажерного зала, нам было приятно и радостно вручить безлимитный абонемент Петру Алексеевичу Кривошееву. Теперь он имеет право сколько хочет, столько времени проводить в нашем тренажерном зале. А это уже тот самый мастер-класс по суставной гимнастике. Здесь исключительно женщины. Тренер не только показывает упражнения, но и подробно объясняет, какими должны быть ощущения при правильном их выполнении, а также поясняет, какие проблемы со здоровьем и самочувствием помогает решить такая гимнастика. Представительницы прекрасного пола старшего возраста с удовольствием посещают такие занятия, по крайней мере, те из них, кто готов бросить вызов возрасту и дольше находиться в хорошей физической форме.